Внутренний туризм поможет экономике России выйти на темпы роста выше среднемировых. 30 миллиардов долларов россияне тратят за границей ежегодно. Как привлечь эти деньги в наши регионы, говорили сегодня на форуме по развитию круизного туризма на Волге и Каспии. Потенциал, как говорится, есть. Из Москвы по воде можно пройти сквозь такие живописные города, как Ярославль, Казань, Самара, Саратов, Волгоград и Астрахань, где, собственно, и проводится форум. Сейчас такие круизы ходят, по средним данным, 350 тысяч туристов в год. Чтобы привлечь больше, нужны современные корабли. Сейчас средний возраст круизного флота лет 40. У нас открываются, на самом деле, очень большие возможности по развитию и не только туристического его движения, но и транспортного сообщения тоже. Надо все это объединить в красивый туристический продукт, помочь с инвестициями в флот. И таким образом, все вместе это может сыграть положительную роль. Мы хотим, чтобы Волга жила, чтобы судоходство было в прежних объемах. Насколько это как бы будет продиктовано экономикой, конечно же. Ну и мы всегда рады гостям, и любое внимание нашему региону, это всегда будет для нас в плюс.